Люди могут не понимать того, что они испытывают одиночество. У них просто тоска, им просто и грустно, и скучно, и некому руку подать. А на самом деле это уже невротическое состояние. Это, по сути дела, уже пограничное психическое расстройство, которое, ну, надо, я прошу прощения, так сказать, серьезно к нему относиться. Мы, если мы будем игнорировать свое душевное состояние, это что ж будет-то? Это плохо заканчивается.